В современном мире великие лидеры решают проблемы словами. Пусковые установки скат. Ковровые бомбардировки. Ракеты Томагавк. Приветствую вас, ребята, на канале RallyGame Online. И сегодня мы начинаем прохождение игры под названием Command and Conquer Generals. Будем проходить за разные фракции, начиная по порядку за Китай, за Международную Армию Освобождения и, конечно же, потом за США. Ребят, на прохождение вообще серии генералов меня вдохновил один хлопец. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Конечно, он начал проходить саму серию с самых их истоков. То есть это вообще не связано с генералами конкретно, потому что, как вы знаете, изначально эта серия разрабатывалась под Тибериум, связанная в недалеком будущем. Потом вышел Радаллер, первый, второй, то есть Красная Угроза. И уже в 2003 году вышли именно генералы. То есть сначала мы будем проходить обычных генералов, и потом, скорее всего, будем проходить дополнение «Час расплаты». Ну, а сейчас мы с вами начинаем индивидуальную игру. Китай. И, конечно же, почему Китай? Потому что Китай щедрый. Кто поймет, тот в теме. Кто не поймет, думаю, разберется чуть попозже. Ну, а мы начинаем, и, конечно же, будем смотреть заставочку. Так, выбор сложности. Нормальное, сложное, невыносимое. Ребят, никогда не был особым профессионалом в прохождении данной стратегии. Ну, давайте начнем на нормальность. Хорошо, что тут нету легкой, чтобы на это не согласиться. И потом вы не писали в комментариях. Неинтересно. Ну, а пока заставка. Ваш главный офицер разведки. Сегодня, когда мы выбиваем себе место среди могущественнейших наций мира, ваши войска будут обеспечивать безопасность демонстрации нашей могучей военной силы. Народное ополчение неустанно будет бороться с террористическим противником мира. Победа в смерти! GLA хочет ослабить нас своей трусливой атакой. Теперь мы ответим и разгромим GLA. Пусть она заплатит, генерал. Вот такая, значит, была превью-заставка. Значит, пацаны на бэхе, судя по всему, просто пиксели мешали разобраться. Пацаны на бэхе с двумя ТТ-хами ворвались в конвой, в парадный строй. Потом подъехал грузовик, тоже взрыв и кровь, садомия. В общем, все там происходило. Ну а сейчас Китай должен наказать
этих негодяев. И мы ему в этом поможем. Значит, улучшение. Первое, что все красногвардейцы тренируются уже ветеранами. Потому что нам нужны ветераны. Значит, у нас есть база ядерных отходов, которую мы должны уничтожить. У нас есть бравые красноармейцы. Танки Дракон. Напоминаю, что это операция Дракон. Действие происходит в альтернативной вселенной. Все совпадения случайны. Я буду писать это... Не понял. Через левую кнопку мышки. Я извиняюсь, ребята, давно просто не играл. Привык к Warcraft. Враги приближаются. Так. А. Что ж это делается? Что ж это делается? Люди добрые. Взорвали меня, в общем. Один бункер. Значит, зарабатывание денег происходит путем подвозки припасов с точки хранения. Так, бегом, 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 бегом. И оттуда будем отстреливаться. С точки, короче, дислокации этого. Ребята, стреляйте, что ли. И на базу, то есть. В случае Китая это возит машинка, если кто, конечно, не знает. Я буду рассчитывать на то, что люди могут смотреть, те, которые еще ни разу не играли в эту чудесную, просто чудеснейшую стратегию в реальном времени, которая вышла, напомню, в 2003 году. Значит, у нас есть только один ресурс, это зеленые бумажки, доллар. На данный момент у нас их 21 800. Значит, мы можем ставить мастер боя, это танки. Танк Дракон, мы можем делать бронетранспортеры. У нас также еще один, как из-под видов ресурсов есть, это энергия, которая нужна для функционирования нашей базы. Строительство происходит с помощью бульдозера, который, кстати, и использует фразу «Китай щедрый», «строю для Китая». Это все благодаря локализации. Сейчас мы его себе один сделаем. Танковую дивизию. Значит, я сразу разместил пехоту в здание для того, чтобы они могли отстреливать приближающихся врагов. Но что-то мне не понравилось, что они это не делают на автомате. Хотя должны. Так, цель миссии нам напоминает. Уничтожить хранилище ядерных боеголовок. Сейчас мы еще. Так. Вот, будем жить в роскоши. Китай щедрый. Есть у нас специальные вышки, которые нам рассказывают пропаганду, то, что Китай щедрый, Китай самый лучший, ну и так далее. Так, уже вижу туннель повстанцев, с помощью, кстати, которого они могут передвигаться. Так, возьмем. Наши танки, пойдем его расстреляем. То есть, сеть туннелей классная тема, к примеру, один туннель здесь, и они могут тут зайти и тут выйти. И при этом он еще оборудован пулеметом, который может отстреливаться. Мы возьмем наших бравых парней, и думаю, они сейчас быстренько с ним разберутся. Эта миссия будет короткой, вступительной. Ребят, если вам это зайдет, обязательно, обязательно за это напишите, чтобы я дальше продолжал это снимать. Потому что слишком много стратегий, конечно же, уже у меня на канале, но... Это хорошая стратегия, это старая стратегия, они тебя уже показали. Которые показали себя с лучшей стороны. Конечно, останусь доволен. Так. Все, понял, принял, выполняю. Сейчас будем с ними разбираться. Надо опасаться их машинок, которые... Тайская авиация, крыло тигр, показали себя в действии. Последнее задание, генерал. Уничтожьте склад оружия GLA, чтобы ликвидировать возможность использования нашего арсенала GLA. А, так это наш арсенал. Так, есть у меня уже
Два бронетранспортера, причем они уже напичканы солдатами. Видим сюда. Нефтяная вышка. Я думаю, объяснять ее принцип не стоит. Ее можно захватить, но для этого нужно обучить захват зданий. Точнее, исследовать. Что мы и сделаем. Это вообще надо делать в первую очередь, но, ребят, это был бы не я, если бы я не затупил. О, танчик. Я не сомневался. Так, еще тут я немножко танков потерял. Можем занимать эту позицию. Все, модернизация завершена. Значит, сейчас мы высаживаем нашу пехоту. Чтобы быстрее захватить. Пошла жара. Танки, кстати, не сильно эффективны против пехоты, но когда их много, они компенсируют это свою неэффективность численностью. Мне в Китае всегда нравился танк Дракон. Это вообще просто бомба, ракета, петарда. Особенно когда он делает вот так и просто поливает все огнем. Смотрите, это просто прекрасно. Они просто чувствуют гнев Китая. Ну, он погиб смертью храбрых, но я считаю, что он достаточно сделал для победы Китая в этой миссии. Нас повысили. Теперь мы можем себя немножко подчинить нашу технику. Так, ребята сделали свою задачу, грузимся. И поехали воевать. Танк Дракон. Все, теперь вышечка нам качает доляры. По 200 доляров. И по-хорошему можно было бы еще, надо побольше грузовиков снабжения. Для того, чтобы было больше денег. Надо захватывать. В общем, я думаю, нам будет с вами совсем не скучно. Мы пройдем кампанию от сих до сих. За Китай, за международную армию повстанцев. Ну и, конечно, за USA. Кстати, БТР что-то не стреляет. А мог бы. Мы их просто это высадим. А, здесь все очень легко. Мы не можем ее захватить. Хорошо. Кстати, видите, и в принципе красноармейцы неплохо накидывают. Но танки с этим справляются лучше. Победа. Мы победили. Кто бы сомневался? Статистика. Ну, понятно, здесь пока нечего смотреть. Продолжить. Вот такие дела, ребятки. Сейчас мы посмотрим. Генерал, активная ячейка GLA была обнаружена в Гонконге. Мы полагаем, что террористы намеревались разрушить здание в коммерческом центре. Ячейка должна быть разрушена, а ее члены уничтожены. Бейте изо всех сил и без пощады, генерал. Так точно. Мой командир в юбке.
Террорист захватил центр конвенции. Нам придется его уничтожить, а также и ближайшие парковочные зоны, чтобы ликвидировать террористическую угрозу. Генерал, мы — это все, что осталось от осадных войск. Мы нуждаемся в командном центре и радаре, чтобы принимать новые приказы. Как-то так, в общем, была засада страшнейшая. Разрушили мост. Но хорошо, что не все сыны Китая погибли. И сейчас мы должны были бы заниматься устранением международной повстанческой армии. Но это уже будет в следующем видео. Ребятки, спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте свои комментарии. Подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали. Ну и пока. До скорых встреч.